Яйцо деревянное, в смысле, это яблоко, оно, видите, как тоже шутка такая, глазное яблоко. Яблоко и глаз, да, глаз да, на нормальном яблоке. Ну, тоже декоративный такой, да? Да красиво очень. Простые какие-то вот здесь самые, их называют, как пингвины, видите, декоративные сделаны пингвины. Ну, было прикольно, так, такими да, очень крупными квадратами выражат, ну, понимаете, да? Ну, настроение главное, чтобы передать. Да класс. Даже эта линия темная, которая оттеняет это внизу, видите, как специально сделано? Чтобы оттенить, так сказать, углубить изображение. Да. Ну, как бы новый вид искусства в подарок. Если бы такой чайница, если бы, например, Путин к Берлускони приехал бы, то бы, поняв, что это такое, бы сел бы там в лужу сразу. Да в каждом русском доме это должно быть. Вот так вот. Вот хорош, вы, сказ... живем, вы сказали суть. И даже не в этом русском доме, в смысле мы тут все. Нет, ну, нет, вообще. А в других странах есть, например, русский дом в Берлине, да? Да. Гордиться страна должна этим. Конечно. Новым направлением искусства. А у нас, кто бы это понял? Значит. Ничего, придет время. Ну, хорошо, я верю. Хорошо побарствовать успеть. Я верю. Придет время. А мы сами еще не очень готовы, наверное.